Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Альфия Нигматуллина. Я родилась в маленьком поселке Новоаганск, жила в Новосибирске, в Москве, на Алтае. Но сегодня я буду представлять свою республику Башкортостан. Ой, а добрая! И спою эту песню с любовью к родине. И только попробуйте, мрази, не встать. Да. Какие-то они прям вот, еще у них поучиться надо вот такими быть позитивными вот так перед нами. Я чувствую, опять сюрпризы начались. Соседи ремонт делают, дрель. А чего так в России березы шумят? А чего белоствол? Красивый. И листву так печально кидают. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо да гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает Альфия. О-о-о-о! 98 голосов. Спасибо большое. Сергей Павловский, победитель суперсезона «Ну-ка, все вместе». Что скажете? У меня такие очень смешанные чувства. Наверное, это нормально, потому что вы смешивали песни, музыку и жанры. Я вот долго сидел, смотрел. Но знаете, самое, что меня переубеждает в этой всей истории и переубедило во всей этой истории, что в каждом движении и в каждой вашей ноте эта любовь к вашей родине, она прослеживалась. И это побеждает все жанры, которые могут как-то либо где-то не смешиваться, потому что задача ваша была изначально показать эту любовь. И вы ее показали. Даже, возможно, не совсем
гладко лично для меня. Поэтому большое спасибо вам большое. Спасибо, да, действительно. Мне очень хотелось передать просто любовь. И чтобы каждое сердечко у экспертов зажглось какой-то особенной энергией. А я сейчас подойду к человеку, у которого сердечко погасло. Оно больше не горит, оно больше не колотится и не пишет. Олег Влади! Здравствуйте. Вот видишь, и аплодисментов нет уже. Все понятно. Олег Влади! Я не знаю этого композитора. Слава богу, что это не 99, потому что я бы тогда просто провалился сквозь землю. Но у меня есть внутреннее какое-то, да, может быть, оно не совсем компетентное, но личное очень основание. Когда номер начался, я подумал, господи, это настолько мое, настолько была какая-то глубина задана, а потом начались «Березы». Причем, ну, как бы и поменялась структура музыкальная, и это же не просто было вплетено вот в эту аранжировку, а другая песня. Ольга Попкова любит это выражение использовать, эмоциональные качели, вот вы мне устроили. И я не смог себя стабилизировать внутри, чтобы, ну, наверное, свой голос отдать. Но зато я сижу очень честно. Это очень важно, и ничего страшного. Я рада любой оценке. Спасибо большое. Спасибо. Ну а что тогда скажет Ольга Попкова? Вы знаете, я действительно люблю такое смешание. У вас не все получилось гладко, как бы мне хотелось, да, на мой взгляд. Но вот эти решения были интересные. Где-то вы немножко стеатральничали и где-то вот переиграли. Если бы вам чуть-чуть бы придержать всю эту прыть, да, и оставить этот звенящий голос, да, и показать всю красоту своим голосом вот необыкновенно красивой нашей России. Потому что все-таки те слова, которые вы поете, в них очень много заложено. И если вы сюда примешиваете этнику вашего края, то, конечно, это должно вытекать одно из другого. И если вы это делаете, вы должны это правильно сделать, понимаете? Чтобы мы вам все поверили и заворожили вы нас, потому что у вас все для этого есть. Но вот чуть-чуть, может быть, от того, что вы старались нас удивить, да, вы немножко перестарались. А так, по большому счету, конечно, это очень хорошая задумка, так что я вас поздравляю. Большое спасибо. Спасибо, Ольга. Передайте микрофон этно-продюсеру Юрию Романову. То, что вы сделали, я 25 лет или 20 лет занимаюсь этой музыкой. Тем самым красивым смешением и вытаскиванием истинного, настоящего народного звучания, фольклора разных народов. И на самом деле мы ждали, что появится наконец-то кто-то из исполнителей, кто споет на своем народном языке. На родном языке, который живет в нашей стране, в нашей большой, великой стране. Спасибо вам огромное, что вы это сделали своей композицией музыки. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, Юр. А передайте как раз Виктории Беловой. Здравствуйте, прекрасная, солнечная, очень красивая душа. Это так важно, спасибо, что в наше время Господь Бог благословляет нас всех вот такими светлыми душами. Через тебя пела природа. И сейчас вся Россия, я думаю, что большая часть, поддерживает и благодарит тебя за этот свет. Спасибо тебе, уникальная, неповторимая девочка. Большое вам Давиду спасибо Минову, за можно? Такие слова. Это очень важные слова. Большое вам спасибо. Которую передачу я сижу, и вот каждый раз выходит, когда на меня кричит вся Соня, говорит, почему не встаю? Я говорю, я хочу увидеть наконец-то нашу русскую кровь с молоком, чтобы на нескольких языках, чтобы вот оттуда. И я стою, у меня такое счастье. И я смотрю вокруг, и я понимаю, что вот оно разлилось. И вот мы переглядываемся, мы сидим, здесь всплакнули, там плачут, тут. Это вообще плачет постоянно. И я смотрю, и в голове я уже представляю, какая будет россыпь из звезд только из одной этой передачи. Какой роскошный Миша, замечательный коллега его сидит, француз, подмосковная птица такая, роскошная, вас совместить. Я жду, когда еще сейчас будут еще участники. Я не знаю, что со мной будет. Нас разорвет этот ряд просто. Да, вы следующий. Не волнуйтесь, мы вас соберем. Вы закончили? Да-да, у меня было счастье. Все, слава богу. А что скажут наши звездные гости? Я искренне рад, что своим нажатием я внес в эту прекрасную цифру свою душу и свой балл. Так что от души поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я хотел, Мишка, еще тогда сказать, и тебе, Иван, тоже.
Что такое артист? Меня учили, что артист — это такой пазл, это такая картинка, где складывается вот кусочек красоты, кусочек тембра, кусочек репертуара. И вот все тут-тут-тут, и получается вот такая красота, когда весь пазл складывается здесь и здесь. Пазл сложился. Вы крутые. Спасибо большое. Сергей, у меня к тебе один вопрос. У тебя есть что сказать? Он за. Мне нечего добавить, друзья. Браво! Спасибо вам большое. Впервые в истории. У меня нет просто слов. Браво, спасибо. Ну давайте уже перейдем к самому прекрасному. Вы набираете 98 голосов и занимаете первое место в тройке лидеров, вытесняя Полину Елисеевскую. Много побед, здоровья, счастья, радости и прекрасных песен.